Столичный наркоконтроль задержал двух распространителей гашиша. Парень и девушка не только продавали наркотики, но и сами употребляли. Фасовали товар дома у 25-летней подозреваемой. По оперативной информации, незаконный бизнес. Фигуранты вели около 4 месяцев. Из поступившей оперативно-розыскной информации сотрудникам милиции стало известно, что молодые люди не только употребляли сами наркотики, а также занимались их сбытом. В ходе проведения осмотра квартиры фигуранта оперативниками было обнаружено 28 граммов гашиша. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 8 лет лишения свободы. Ранее они судимы не были.